На рыбалке на Дону все как всегда. Опять не клюет ничего. Знаете, из этой рыбалки только такой можно сделать вывод и такой приобрести опыт. Просто больше не ездить в это место. И все. Обалденно. Сменили место, приехали на водохранилище. Сразу поймался. Отличается плохое место от хорошего. А папа что там будет одевать? Ё, красота, ничего себе. Карасик. Это карасик, ребята. Чем отличается место с рыбой от места без рыбы? На Дону пролазил, наверное, блин, полтора часа. В грязи. Падал, кутырялся, а здесь за 15 минут поймал 3 рыбки. Вот как это можно объяснить? Да никак это нельзя объяснить. Потому что вообще ловить рыбу не умею. Один подписчик написал, чего ты все время ездишь на Дон? Можно половить и на водохранилище. Какой я был глупый, когда я его не послушал. А сейчас я все-таки это вспомнил, решил сюда заехать после Дона, от которого у меня одно разочарование. Конечно, не пойдет. Да, Донка тут не пойдет. Но ребята, будем. Тихо, тихо, тихо. Здесь пойдет поплавочная удочка. Да. В общем, поймал я 2 окуней и 2 карасиков небольших. Ну, времени очень много. Потерял на Дону. Поколозил там по этой грязи. В общем, ничего не выловил. Никакого клёва там не было и в помине. Но здесь вот как-то меня порадовало поначалу. Сейчас, видимо, погода меняется. И рыбу тоже перестала брать. Хотя, может быть, оно тут тоже какой-то у нее режим есть. Кто ее знает. Ну, в общем, в любом случае здесь интересней. И в следующий раз я приеду обязательно на водохранилище. Всем пока!